Итак, уважаемые зрители, всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такая техника. Казахстан. Это я не знаю, что такое. Как его назвать? Какой-то гибрид. Вот, и Тарал. Ну, это Казахстан, вот этот отвал. Итак, ну что, пробуем заводить. Кстати, скажу вам, что находится в магазине. Заходим мы в магазин, в трактора, и видим, что здесь у нас идет категории трактора Казахстан, отвал и ТТ-75, который непонятно как выглядит. Итак, у нас в магазине выбирается крепление, лопаты и стандарт. А здесь дизайн, стандарт и тонировка. Вот, в этом ничего, никакого выбора. Итак, заводим. Ну, вроде как работает. Так, у нас попал. Так, давайте смотрим. Он подпишет. Все, пал работает. Сигнала нету. Свет, ну свет, пойдет. Вот такой рыбач. Думаю, приходите, ребята, из него пахнет. Надо забираем. Так, ну проверим этого. Здесь я его поправил немножко, лоб чистый, и там наклейка здесь вот тут, на баке. Остальное, вот еще одна наклейка. Это как колор. Сигналка есть. Свет есть. Заводим. Здесь я поправил двигатель и скорость. Он теперь идет намного быстрее. Далее. Так что катайте. Подпишется. Колеса. Ну, трал, ребята, и комплект идет. Трал. Драли вроде бы ничего необычного, просто отдаю вам. Сейчас мы попробуем его разложить. Разложил. Вот так вот. Разложили. Теперь доедем на этом. Попробуем. Наверное, не получится, так поехать салата. Тремя ушка. И там есть, блин. Доехал. Доехал, так, все. Слушаем. Так, вот такая сегодня, такой отверток. Это все вам предоставляю. Моды и ТТК. Вот. Немножко. Показано. Передерно. Кому нравится, ребята, катаемся. Играем. А кому не нравится, играем. Вот. Сядьте, смотрите, ребята. Так. Ну, вроде все на этом обзоре. Так что, ребята, забираем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и будет что-нибудь еще.
Кстати, напоминаю, что ссылки идут отдельно. Вот, там ищите внизу под видео ссылку на трактор, на один, второй и на трав. Все, ребята, всем пока.